Быть здоровым – это модно. Сегодня в России в 10-й раз прошла спортивно-патриотическая акция. К ней приобщились и курсанты ТВИКУ. Они играли в хоккей, тягали гири и плавали в проруби. О силе духа будущих военных инженеров. Ксения Сольцева. День защитника Отечества в ТВИКУ принято встречать по-спортивному. На этот раз на нескольких площадках. Разные виды спорта. Курсант Башир Шаибу наравне с другими отбивает нападение. На его родине в Мозамбике плюс 27, в Тюмени плюс 2. Говорит, тепло. В хоккей давно играете? Да, не очень давно. Ну, я понравился. Вам удобно? Удобно, очень удобно. Не скользят? Нет, это безопасно. Это один из техник безопасности. И пока одни курсанты гоняют шайбу по льду, другие тягают 16-килограммовую гирю. Говорят, для них это совсем не сложно. Правда? Правда. И так на протяжении часа один за одним подкидывают пут над головой. Среди этой двадцатки мастера спорта. Здесь же на льду разгоряченные регбисты играют не на результат, для удовольствия. Мурашки по коже пробегают при виде курсантов, заходящих в ледяную воду. Тренировки начались 3 месяца назад под руководством Альберта Сабирова. С учетом того, что у них тренировки проходят в ледяной воде, помимо этого, у них показатели улучшаются в других видах спорта, потому что есть ребята-многоборцы, вот, которые там занимаются дополнительно другими видами спорта. И их показатели в этих видах спорта тоже уже повышаются, улучшаются, потому что восстановительный процесс в ледяной воде, он в разы превышает, улучшает. То есть, как бы мы знаем, что мышечные вот эти вот моменты. 13 спортсменов теперь могут проплыть в проруби до 500 метров. Уже стали участниками всероссийских соревнований в Москве. Привезли золото. Теперь демонстрируют свою выносливость с утяжелением. Сколько на вас килограммов и что это за снаряжение? Снаряжение защитное для разминирования местности. Форма около 3-4 килограммов в стымоком состоянии. Данный комплект брони около 5 килограмм весит. Плюс сзади на мне мина ТМ-62 около 10 килограмм. Шлем саперный 5 килограмм тоже. Это в сумме около 20 килограмм? В сумме около 20 килограмм, совершенно верно. И как с этим всем в воде, в ледяной? Очень прекрасно. Хорошо себя ощущаю. Сами курсанты уверены, такие навыки пригодятся в службе. Забросить военных инженеров могут в любую географическую точку страны и мира. Ко дню защитника Отечества в ТВИКУ открылся центр закаливания. Создали все условия. Есть прорубь и баня, чтобы добиваться новых высот. 4 курсанта поедут с нами в конце марта на чемпионат мира. И причем с заявкой на уже медальные какие-то определенные результаты. Поэтому надеюсь о том, что в ТВИКУ это будет хорошая, долгая традиция, которая, в принципе, может дать импульс по подобным клубам закаливания по всей территории России. Апогеем дня стало массовое обливание курсантов. И не только. 8-летний Мирон тоже не остался в стороне. Ты расскажи, пожалуйста, как ты решился на такой подвиг? Что я захотел, чтобы быть здоровым. 120 курсантов после небольшой разминки опрокинули ведра ледяной воды. На лице не дрогнул ни мускул. Такие тренировки стали для них регулярными, и эффект уже есть. У нас единственное инженерное училище в стране. В 2022 году мы отмечаем 65-летний юбилей. У нас учатся не только россияне, но и 32 другие страны, которые смотрят, что мы делаем, чем мы занимаемся, и готовы будут выполнять любые задачи в любых регионах. Наряду с курсантами ТВИКУ участие во всероссийской акции приняли еще более 1000 закаленных россиян. Ксения Усольцева, Александр Мащенко, Вести, регион Тюмень.